Сегодня я вам покажу покупку с сайта naomi24.com. Я купила здесь такой прекрасный каучуковый топ от фирмы Джила. Честно, я очень им довольна. До этого у меня был какой-то обычный топ с китайского сайта, тоже каучуковый. И я нисколько не жалею, что я купила именно этот топ, так как он очень густой, у него отличная консистенция, он не растекается по ногтевой пластине. Также на сайте есть видеообзор на него, я посмотрела. Мне понравился обзор, и меня заинтересовал именно этот топ. И когда я его попробовала в жизни, он оказался еще в 100 раз лучше, чем показывали его на видео. Во-первых, он идеально выравнивает ногтевую пластину сверху. Он дает идеальные блики, идеальное глянцевое покрытие. Он не мутнеет со временем, когда вы носите его поверх гель-лака. Будет то ли неделя пройдет, то ли две, он остается также глянцевым. Сейчас я открою вам и покажу, как он выглядит, и чтобы вы могли увидеть его консистенцию. Так, вот чтобы вам было видно. Вот как вы можете видеть, он густой. То есть я его набрала на кисточку, он практически не течет. Этим он мне и нравится. Благодаря этой его функции он очень экономично используется. Его хватит этой баночки, ну, на покрытие, думаю, 30 на руках. Так что это очень выгодно. В этой баночке, кстати, 10 мл. Это очень выгодно. Также мне понравилось, что у него нету какого-то такого, знаете, резкого запаха. Я практически вообще не ощущаю его запах, конечно, если не принюхиваться. Это большой плюс для меня, так как у меня есть аллергия на запахи. Этот гель-лак абсолютно мне подходит во всем. У меня есть некоторые лаки от Джилы, они мне также нравятся, и вообще эта фирма очень хорошая. Держится эта база, это топовое, точнее, покрытие от Джилы. Где-то 2 недели я делала своей подруге с этим топовым покрытием, и она проносила 2,5 недели, вообще ни сколов, ничего не было. Мне нравится это очень покрытие, им также хорошо закреплять такие материалы, как битое стекло, всякие блесточки. Очень хорошо держатся стразики на этом покрытии. В общем, я вам могу его смело рекомендовать.